Так, ну круто, чё. Подожди, это видео было. А, да. Ой, блин. Смотри, это вот такие холмы, так по ним ходить, офигенно. Вообще круто. Я сама себе сейчас завидую. Останови мгновение. Ты прекрасна. Да. Карп Дим! Шапку сними. Бегаем. Сейчас я смогу еще. Я же не видела, ночами не сплю. Что, раскачиваем? Смотрите, карусель, я выйду. О, левитирую. Карусель, о, карусель. Все снимают. Ты такое слово знаешь, левитировать. Да? Молодец. Ну, это ж китайские эти... Китайские игрушки там с левитатором. Это название фокуса песка. А, сейчас сказала. Ну, на это пересаживала. Вот, офигенно. Надо постоять. Да, блин, он шутит, Миша. Это при пакете, а? Сами я хочу больше. А вот у нас свинья. О, вы тут страшненько. Хотите? Посмотри, как страшненько вниз. Нет. Вы тоже боитесь? Да. Вот у нас все такие. Ну уже ж спустились. А в одну сторону перевес. Да, посмотришь на прошлую кабинку. Не, ну опасно. А за дорогу дымче. Потому что когда на Арарат поднимались, сидели там по 4 тысячи. Ну 2000, 4 тысячи. Я там под нами земля. Матерхорн какой. Матерхорн тоже. А он какой высоты? 4000 с чем-то. Ну, Арарат 5. Матахари. 5-130. Ого. А где он этот Арарат? Армении уже его нету. В Турции. Так. Вот получается. Вот задокументировать. Вот, куда можно подниматься, это с Турции. Турция, Джава, Армения, Арарат. Потом там как раз граница Армения была видна, граница и Сирия. Это еще наполовину там Армения, Арарат. Нет уже в Армении. Уже нету? А когда отжали? В начале 20 века? Да. Это тогда, когда вообще пол Турции, это была Армения вообще, знаешь? Да. Пол Турции. Да. То есть Турция на самом деле это Армения. Арарат сейчас турецкий. Так они же три символа. Ну это точно ты знаешь, в начале 20-го, да? Я не знаю когда. Потому что мне кажется, что еще в 20-м там они коньяки называли Арарат, значит еще их был. Ой, какая милота. Красота. Что мне на экране она не нравится? Да. Покажи. А вот. Нет. Вот, например, у нас. А, вот белая. Да. О,
задавал. Может, еще чувствую, я тебя придем, а как же да. Сколько надо до ближайшего города добираться, не опять пожалуйста. Ну, видишь, как мы круто живем. Мы с нами мы в августе ходили в Покоп, поднимались на гору. Я не помню, как это называется. Короче, мы целый день туда поднимались, мы выходим на гору, а там село. Ну, село Семхаб. Это Снегурочка. Все родственники. Да, там, там все, все родственники. У них до ближайшего магазина это единственное место, откуда мы с утра поднимались, а мы туда пришли. Быстро, шнели, шнели. То есть если типа будет поезд пальчик, он типа его спасет, да? Он сюда поворотик типа поставит. Американская улитка вот эта. Американская черепаха. Да, тортила. Прикольно, вообще, смотрите, везде так туман. Сейчас мы резко возьмем. Природа вообще, за счет природы ничего не существует. Ракеты существуют. Марс существует. Ля-ля, изба какая, ля-ля-ля. Дети и природа. Вы же на Марс. Избушка. Марс тебе нравится? Там даже капли воды нету. Высморкаться. Как будто такая проблема. А. На сколько это перекладит? На 2 дня? 3? На полчаса. На полчаса. А кто сказал, что так будет? Да, там же кошмар тоже. Это же сморяк, правильно, да? Сморяк? О, это я же не бывал сморкалка. В Украине, поэтому я ничего не могу сказать. А в Карпатах не было? Сморкалка. Да, я Рила самая последняя его, помнишь?